увидел рекламу там в одном из роликов, перешел по ней. И вот смотрите, выращивай экзотику в Украине, инновационный гибрид, банановое чудо-дерево. Ну тут оно быстро крутится, видите, вот такие саженцы, вот так вот оно растет, вот так вот собирают. Это сам сайт, вот я приведу, banana-online-shop2000-soviet-union. Такой вот адрес сайта, это на конструкторе сайтов сделано. Там вот есть сервис, я посмотрел, где оно размещено. И смотрите, они хотят 3 саженца за специальной ценой 199 гривен. Но это в принципе немало, за 40, 50, 60 гривен вы можете купить и яблоко, и грушу, саженец, как говорится, двухлетний. Это как бы, ну, цена 200 гривен за 3 саженца, это, ну, я считаю, такая рыночная цена. Ну, тут только до конца тыжня, недели, но хотя это я сохранил закладку еще дней 10 назад, тут у них так просто, как рекламный текст. Можно выращивать на подвиконе, на подоконнике, а потом пересадить в открытый грунт. 90 килограмм плодов с каждого дерева. Сладкие плоды весом до 300 грамм каждый. Сажай сейчас, забирай плоды уже в этом году. Кнопка «Заказать», и тут видите, что они пишут, что климатичная, ну такая вот невыбагливость, то есть можно в любом климате, минимум зусиль, максимум результату, не боится морозов, засухи, не гниет, потом пересадить грунт, высокая урожайность, 90 килограмм бананов по 30 гривен, это будет сколько? Умножить на 27 тысяч гривен бананов с одного дерева получается. Если 30 гривен килограмм, 10 килограмм это 300 гривен, а 900 с одного дерева. Найкориснейшее для здоровья. Ну тут все полезное, что сырое кушаете. Про сорт, что Анатолий Лаптин из Львівщини створив унікальний сорт бананов. Да, дома і на улице можна його рости. Це був сюжет ТСН. От вони приводять, що у них було. Плоди, які поражають розмірами. Ну, така реклама, такі от відзиви покупателів тут вони приводять. Замовити бананове дерево, от ще рисунки, політика конфіденціальності внизу. Ну от якщо нажати замовити, що буде? От ця форма, указати, телефон. Ну тільки предоплату старайтесь не делать уже, наложений платеж, щоб це не вийшло так, що ви закажете і вдруг щось не прийде. Є там наложений платеж, якщо що, то это, видите, для Украины адаптировано, 38, начало кода. А так бананы, смотрите, картинки открыть. Есть голубой ванильный банан, красный банан. Все оно вкусное. Были бы, как говорится, деньги. Смотрите, какие бананы. Ну а так, смотрите, на YouTube-канале полезное видео есть про питание. Вот тут вот щелкаете поиск по каналу. Есть про энзимы. Очень полезное видео, что в жизни увеличится ваше в 3 раза, если соблюдать то. Ну, жить по праведному и по правильному это очень сложно. Это не каждый сможет.